Итак, дорогие, смотрим. Это первый проезд правой стороны. Здесь есть столовая. Пойдем глянем здесь, почем ценник. Мне это прям интересно, хоть одну столовую получится отснять или нет. Драм. Вот здесь красиво, как минимум, я могу сказать. Сделано. И будем надеяться. Здравствуйте. Так, смотрим. У нас минтай по 95. Мужской язык по 100 рублей. Картофель фри по 70. Печень, соус. Терияки. А мы смотрим ваши цены, чтобы людям рассказать. Они могли приезжать и знать, сколько с собой денег брать. Подорожало, не подорожало, самое главное. Вот вы можете сказать? Что именно? Вообще, ну что-то, может, там подорожало. Вот окорочок 100 грамм 100 рублей, а что-то, может, нет. Ну, это интересно просто, на самом деле. Плов. Можно 250 грамм за 140 рублей. Прям хорошая цена. Голубцы. Эти отпугиватели мушек есть. Филе. А по первым блюдам скажете, почем? Первый у нас корчо с говядиной, солянка, борщ, лапша, гороховый, кабовый, котлетка, ну, но меняется. Я понял. А цены? Ага, первое блюдо. Спасибо большое. То есть борщ 75 рублей, прямо на пляже 300 грамм. А борщик с мясом или без? Нет. Без, на бульоне? Да. Ага. То есть, ну, если вот прошлый год, допустим, борщ где-то 65 стоил, тут, ну, 10 рублей, да, то есть где-то подорожание. То есть можете посмотреть. Вот он, пожалуйста. Чтобы вот всех так встречали, к вас отбоя не будет. Салатики все подписаны. Дай бог. Здесь тоже все правильно. Ну вот, выбор, все красиво. Дай бог вам хорошей работы. Спасибо большое. Так, столик есть. Это прямо на пляже, ребят, столовая. Уже работает.